30 лет – это много или мало? Сегодня, в честь вывода советских войск из Афганистана, в городском парке состоялся митинг памяти воинов-интернационалистов. За этой датой стоит осознание всей горечи и несправедливости времени, которое стало трагическим для сотен семей и всего былого Советского Союза. 10 долгих лет вдали от Родины советские военнослужащие исполняли интернациональный долг, проявляя беспримерное мужество, самоотверженность и отвагу. Тысячи белорусов ощутили на себе ужас афганской войны. Порядка 600 жителей Пинска и Пинского района отправились воевать в Афганистан. У нас в Пинске 17 человек похоронено, прибыли грузом 200. 75 человек умерли уже после войны, их догнали раны проклятые. Из этих 75 только 4 человека дожили до пенсионного возраста. Остальные средний возраст умерших составляет 45 лет. Их воинский подвиг помнят. В парке собрались воины-афганцы, матери и близкие погибших. Просто неравнодушные люди. Минутой молчания, залпом оружия и возложением цветов к памятнику почтили невозвратившихся домой солдат. После митинга бывшие участники боевых действий отправились на панихиду, почтить память погибших в Афганистане и умерших после той войны.